понимаешь? Я устал уже натыкаться на перекупов. Уже четвертый месяц я не могу купить себе машину. Одна в розыске, вторая бита, третий пробег скручен. Я хочу ездить на машине, понимаешь? Скажи, что это не так. Скажи, что ты не перекупщик. Я точно не перекупщик. Я хозяин этой машины 5 лет. Жена водила только в садик и домой. Не битая, не крашеная. Заливал только 95. Это же моя ласточка. Я точно не перекупщик. В мире много плохих людей, но я не один из них. Правда? Ты не перекуп? Конечно, дурашка. Я не перекуп. Поедем в ЦОН? Поедем. Че, поехали в ЦОН? Поехали! Нет! Каждый день миллионы казахстанцев становятся жертвами перекупов. Дорогие друзья, всем привет, как у вас дела? Сегодня я решила записать видео, мы как 3 года встречаемся с парнем, вот я его сейчас жду. Думаю, сегодня что-то намечается. Надеюсь, не тупой, догадается. Я уже так сильно долго это жду, прям невозможно. А вот он и идет, мой лев, мой тигр, пантера, красавчик. За него любого порву. Лицо-то заебал. Вот, друзья, мой парень, мой краш. Заебал, не снимай меня, тикток, инстаграм. А что такое? Брюкур поэма? А? Или что, стен минин ялпрсумба? Осы, блин, жертар, сиген тышкан саладығы? У нас даже совместной фотки даже нету за 3 года. М? Вот ты скажи нам всем, за 3 года что ты хочешь нам мне подарить? М? Бургер, будешь бургер? Вот видите, друзья, мой парень хочет на годовщину подарить бургер. Ну у меня копеек нет, у тебя есть? Я на нуле. Вот видите... Смотри, китайская машина. Похожа на мой старый Porsche. Прикольно, да? Как Гуччи. Я в прошлый раз просто покупал. Со скидкой, да? Когда в Италии был. Давай лучше на мой сними, у меня же качество лучше. 13 же. Сори, что опоздал, блин. Такси долго ждал. Комфорт плюс заказывал просто. По идее, у нас цена на мясо не прям дорогая. Потому что я когда был в Америке по Work and Travel, вон там реально дорого, еще и невкусно. Брат, я тоже с низов начну. Для меня пределом была эта машина с салона и коттедж в центре города. Реально, я мечтал об этом. Вот это было для меня. Ура! Блин, спасибо, ребят. Настал тот самый момент, когда я уезжаю в большой город. Желаем тебе удачи в Алмате. Я уверен, у тебя все получится, брат. Бро, я верю в тебя. Давай, дерзай по полной. Не забывай на самое главное. Помни, ты наш самый лучший друг. Спасибо. Блин, такси подъехало. Я поеду. Все, давай. Спасибо большое. Давайте. Или похуй, блашек выдыма. Или чё, вот так. Фу, ё, подмышки воняет на. И похуй нахуй. Но когда я рядом чисто на колесах, ко, на такси. Манжарин чинги? Бухать так, бухать на. Родной, у нас же бабок нету. Сейчас я приду. Всё, родной, эти соски с нами. Поехали бухать на. Бизнес нормально, плёт, короче. Летали там, балкон. Салам. В этом городе меня называют сокрушителем. Символ. Ты лучше не класс. Домой, пошли, отойдем, а? Мы их кинули жестко. Бастит-то, карнток. Жестко, родной. Телефон. И вот машина с автосалона. Я первый хозяин. Жена ездила. Дом, работа, детский сад. Болды? Все, цинтурм, братан. 5 миллион, конечно, 5 миллион. 5 миллион берелмаем, окончательно 7 миллионов. Братан, мен цыш, просто иди, матушка урватыр, да? 7 миллион бар, менде.
Просто 2 миллион дәріге алып қоятыр едім ғой. Димама болеет святой. Ал бер 5 миллион. Все, рахмет, брат. Қалайсың? Мен ғой мана сенің машинаң сатып алған. Ей, менде ешкім ауыратқан жоқ. Мен перекупщикпін. А, перекупщиксің ба? Лох, лох. Давай. Эй, бауырым, тыңдашы мені. У нас же есть Ақтауда вот эти нефтяные месторождения. Вот, эта машина там 3 года в аренде ездила по бездорожью, понятно? Мотор 3 раза вскрывали. В коробке масла вообще не меняли, понятно? Аэрбак жёг мен мятну сяхту. С аукциона за 1 миллион тенге её купил. Чуть-чуть подшаманил и тебе за 5 пихнул. Так что куп, чими, лох. Кажется, голова жирная, да? Помыть или чё? Или хотя ладно, в шапке же буду, да? Или чё? Блин, как думаешь, побриться? Хотя нет, я же в маске буду. Или, блин, раздражение будет, да? Давай лучше дома покушаем. Или там купим. Хотя нет, давай лучше дома, там не будем тратиться. Или там вкуснее мы. А? Вот это надеть или пуховик, а? Хотя нет, пуховики жарко будет. Хотя вечером холодно же. Давай, ладно, пуховик. Хотя нет, неудобно будет. Вот это нет. Чё, мусор сразу вынесем? Или ладно, потом уже придём ещё? Или хотя по пути же? Или чё, блин, не стоит закидывать, а? Да закидывай уже, это же жиза. Или чё? Дан, смотри. Короче, я на работу резюме заполняю, да? Ага. И твой старый резюме нашёл. Ага. Смотри, у тебя в Словакии. Transformation, coach, бизнес-тренер, бизнес-мама, education, brand. Что это значит вообще? Ну, это я трансформирую людей, помогаю им меняться, я в бизнесе, поэтому я бизнес-мама. Ну, и education, это то, что у меня образовательный центр свой. Подожди, давай мне тоже вот такие крутые слова, а? Помоги написать им. Ну, напиши together because. Подожди, together because. Это что значит? Это биржа акций там. Ага, потом? I'm duty today напиши. I'm duty today, а что такое? Ну, статус твой, короче, такой. Ага, потом? Напиши table, pencil. A table, a pencil. Mm-hmm. Это что? Это предметная такая трансформация. Предметная трансформация. Mm-hmm. Table, a pencil. Mm-hmm. Все круто. Вот такие слова мне нужны. А что написать вот знание языков, а? Ну, русский, казахский свободно, и английский ни о чем. Английский ни о чем, да, Нас? Не, как ни о чем? Я же знаю немножко. Короче, мен ойлаймын да, Бека, надо бизнесмен айналысу керек, короче. Қашанға дейін жүре береміз сөйтіп? Жасымыз уже 30-дан асты. Ал Цукерберг, Неймар деген білесің ба? Да. Бізден жасты ғой вообще. Да, миллионерлер. Менде бір идея бар, бизнесқа жесткий. Но бірақ оған вложение керек, короче. Да. Там еще бір-екі кітаптар оқығанмын, ұйықтап қала беремін, что-то ұнамайды. Сөйтесің ғой негізі, TikTok, Instagram ше қарайсың. Мен ойлаймын да, негізі бір проверенный ходтарды іздеу керек қой. Мысалы, нан қиқым бар ғой, көп жесең байысың дейді. Қойшы. Иә. Давай оны көп нан алайық та, бәрін туралап тастап, қалтамызға салып жүрдік та қиқымданы. Е, давай, конкретно еще андай бар ғой, лавровый листті табан астына салсаң байысың дейді ғой. Да? Е, онда лавровый листті жабыстырып тастайық та, полный денемізге кәдімгі горчичка сияқты ше. Иә, еще андай бар, еще голубьтер еще басына бүйтіп тышса, конкретно байысың дейді ғой. Қойшы. Иә. Давай онда столбтың астына тұрып уақытта полный ше, намеченный, накаканный уақытта бай боламысың. По машине возьмем. По хате возьмем. Как раз жилстройға саламыз. Сенде жилстройда киім бар ма? Жилстрой бар. Брат, можно мне одно пиво, а? Потисентай, ты постоянно приходишь ко мне на протяжении 5 лет и просишь пиво. Пиво. Тебе не стыдно? У тебя есть жена, у тебя есть дочь. Когда ты одумаешься, Есентай? По идее, братан, ты прав. Дайте 2 пива и 1.025 для дочки. С трубочкой можно еще? Салам алейкум. Студент, да? Да. По глазам вижу. Пойдемте, накормлю. Я не бойся, братан, от души хочу доброе дело сделать. Блин, я ума сивер, бауру. Мне кажется, что это уйзм дулин, корпа. У меня диета, да? Нельзя кушать, но я вот так наслаждаюсь брюги оперу. Давай, есть она, надо патер, на патер птичный, на. Ага. Патер птичный. Ага. О, слай, ага. Ага. Да, дали слай. Тема, дышь. Тема, брат. Штыкин, я. Вкусно, да? Енда варгу, она котлеты, киски, здесь. Ага, о, слай. Кончись. Енда, лапша, стыда. Ты здесь, она сорт, ты здесь. Кште. Енда, она сорпасна. Кисись, кутирись, бля. Ага. Вау, киса сладенький, кушать ма. Что я? Прям слюнки, да? Ага. Понравилось. Ой, рахмет. Мне тоже, брат, понравилось, рахмет сам. Еще это, последняя просьба. Ага. Не бейте мне кекрыш, на лицо мне отрыжку сделай, пожалуйста. Думаете, баскет снимай? Да.
Блин, не до гумбок, блин, кого же накормить еще, а?